Всем здравствуйте! Популярный певец уже больше 3 недель находится в больнице, борясь с коронавирусной инфекцией. Сообщается, что артисту уже лучше, ранее его перевели из реанимации в обычную палату. По словам директора Александра Федоркова, 67-летнему певцу становится лучше, он проходит курс восстановления под наблюдением врачей. Он себя чувствует лучше, голос уже совсем крепкий. Пока не выписали, набирается сил. «Еще немного и будем прощаться с больницей», — сказал представитель звезды. Отметим, что исполнитель хита «Ты меня любишь» был госпитализирован в середине октября. У него выявили обширное поражение легких, поэтому незамедлительно начали лечение. Сообщалось даже, что Серова перевели в реанимацию из-за ухудшения состояния. В этот момент Игорь Крутой подтвердил то, что его друг плохо себя чувствует, и призвал молиться за него. Позже на связь вышла дочь Александра Николаевича, Мишель. По ее словам, у отца были проблемы с дыханием, поэтому в отделении интенсивной терапии ему давали кислород. «Критического ничего не было», — заявила наследница. Кстати, после того, как Серова посетила студию, ее обвинили в пиаре на имени отца. После выхода шоу было очень много негативных комментариев. «Если честно, то логика этих людей мне вообще непонятна. Я пришла на программу не как певица, а как дочь, которая рассказала о здоровье папы. Дело в том, что когда он заболел, и эта информация просочилась в прессу, то мне сразу начали писать и журналисты, и просто поклонники, чтобы узнать о его самочувствии. Первое время я вообще ничего не комментировала, так как было не до этого, не хотелось говорить об этом с посторонними людьми», — заявила 28-летняя дочь артиста. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.